В общем, мы находимся на бульваре, на проспекте Единства и бульвар Миотиды. Там с помощью коптера зафиксировали наличие БМП-2 противника. Вот. Достать ее тяжело. Короче, цель ее спугнуть, посмотреть, куда она будет отступать. Вот. Разрушения, которые здесь были причинены жилому фонду, произошли из-за того, что высокая концентрация боевиков была Азова и ВСУ. Сейчас вот танчик разносит дом, из которого, как вы уже видели, боевики долбили по БТРу морской пехоты. Вот. Я наблюдаю попадания очень четкие. Покажем в это в эфире попозже, когда продвинемся еще дальше. Вот. А пока работаем.